Кому всем? Я не знаю, как вам отвечали на эти вопросы, да, я даже сайта вашего, извините, не успела посмотреть вчера. Вот. Но мне кажется, что все уже сказано для нас. Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы относились. Нет, относитесь, да, к другим так, да, как в Библии написано. Да, это не потому, что я верующий человек, но не настолько, чтобы вот, да, буквально. Поэтому мне кажется, это одна из главных записей, когда вы будете относиться к другим людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, к вашей маме, к вашей бабушке, к вашему ребенку. Вот мне кажется, тогда бы был и мир на земле, и чиновники бы пришли и поменялись. Вот. Знаете, а то сейчас мы что видим? Одни разоблачения, скандалы. И совершенно, вот когда я иногда читаю некоторые диалоги или переписки, я ужасаюсь. Вот я думаю, этот человек может обратить вот на себя то, что он пишет или желает другому человеку. Или, да, на войне, на которой я бываю, что там есть раненые, трупы, пострадавшие. И иногда, да, вот в прошлом году я видела непосредственное противостояние. Вот две стороны, когда общались друг с другом. И до блокады, так же, как люди относятся друг к другу. Вот, это же ненависть, когда ненависть движет, она разрушает. А созидает у нас только одно чувство – это любовь.